Всем привет! Вы на канале «Современные родители». И я представляю вашему вниманию микроволновую печь LG MB63R35GIH. Включите колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Не забудьте поддержать меня, для этого ставьте лайки и пишите комментарии. Микроволновая печь станет незаменимым помощником на кухне. Модель обладает стильным дизайном и отлично впишется в любой интерьер. За счет электронного управления пользоваться устройством будет максимально комфортно. Дисплей отобразит время, выбранный режим и другую полезную информацию. Рабочая область покрыта эмалью легкой очистки. Дверца выполнена из пластика и жаропрочного стекла. Открывается налево при помощи ручки. Ваши блюда будут вкуснее с равномерным и тщательным разогревом, позволяющим сохранить вкусовые качества продуктов. Смарт-инвертер точно регулирует температуру для равномерного нагрева и разморозки продуктов. Приготовление продуктов в 1,5 раза быстрее благодаря точному контролю мощности распределения тепла. Наслаждайтесь полезным питанием благодаря жарке на гриле с меньшим количеством жира и масла. Кварцевый гриль сокращает время приготовления пищи. Комбинация функций гриля и микроволн позволяет получать блюда сочные внутри и с аппетитной хрустящей корочкой снаружи. Точный контроль мощности микроволн обеспечивает более быстрый и равномерный подогрев блюд для получения лучшего вкуса. Высокая мощность в 1000 Вт позволяет готовить любимые блюда за меньшее время по сравнению с традиционными микроволновыми печами. Различные режимы позволят готовить разнообразно и приятно удивлять себя и своих близких. Функции запекания, обжаривания, поддерживания заданной температуры и приготовления йогурта теперь доступны в одном устройстве. Специальное антибактериальное легкоочищаемое внутреннее покрытие Easy Clean препятствует распространению бактерий на 99,99% и устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи и легко очищаются. Шестиугольная опора предотвращает проливание жидкости из емкости, стоящей на краю поворотного столика, и позволяет вам готовить без лишних хлопот. Внутренняя LED-подсветка белого цвета в 3 раза ярче, чем в традиционных моделях, что помогает контролировать процесс приготовления пищи без открывания дверцы микроволновой печи и обеспечивает меньшее потребление электроэнергии. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Из-за гриля неудобно чистить потолок. При разморозке поджаривает. Падает Bluetooth, Wi-Fi. Нет функции устранения запаха. Теперь перейдем к положительным. Понравился звук сигнала о готовности. Управление удобное. Плюс 10 и плюс 30 секунд добавления времени. Дверца открывается легко, хват удобный. Замечательно все видно в окошко. Цифровые часы. Есть возможность полностью отключить звук. Удобный функционал. Быстро разогревает. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора, а также делитесь впечатлениями в комментариях и поддерживайте канал лайками. В описании под видео вас ждут ссылки на магазины с лучшими ценами. До скорой встречи на канале «Современные родители».